Еще один вопрос от слушателя. Никита из Петербурга пишет: не показал ли опыт ДТТ, что социальный протест рок-движения не имеет смысла, так как все равно ни к чему не приводит. А небо, пишет Никита, и при коммунистах было красивое. Я хочу сказать, что, во-первых, я один в поле воин, все приводит, потому что Алексей, душа-то она у вас и у меня, она одна. И жизнь на этой земле, она не заканчивается. Это раз. Во-вторых, небо и при коммунизме то же самое, согласен. Но с другой стороны, если это небо, допустим, для вас, оно безоблачно, а для вашего соседа оно в решетку, и он смотрит на это небо сквозь колючую проволоку, а вам пофиг, и вы сидите на кухне, трындите и пьете чаек, я считаю, что на том свете вас спросят за это.